домашняя коляска Вомбат, третий размер. Так, колеса здесь очень хорошие, они прям очень легко скользят, ездят в любую сторону. Вот, регулируются подлокотники, откидные боковушки. Они регулируются тоже по высоте и по глубине. Подголовник, подножка регулируется по высоте. Так, коляска поднимается, опускается. Поднимается и опускается. Так, надавливаю на сиденье. Затем спинка поднимается или опускается. Так, отклоняется назад. Вперед. И само сиденье тоже отклоняется назад. Вперед. Такими нажатиями. Так, сама обивка, конечно, подубита. Вот она такая уже потрепанная. Но коляска старая модель. Самое главное, что здесь в исправности все механизмы. Это тут немножко помыто на кроватке сейчас. А так в целом, как бы она свое дело делает.